2014 году исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого норвежского исследователя Тура Хейердала. Издали все почти его работы. Я их перечитала, и в какой-то мере его мысли вообще о развитии древних цивилизаций, о связи их, о современном мире, вот подвигли меня заняться этой темой. Значит, что мне хотелось в своей работе? Во-первых, о роль и значение выяснить острова Пасхи в древности и сейчас. Далее, на острове очень развит культ птицы людей. Вот истоки этого культа. Ну и, наконец, разобраться хотя бы в какой-то мере с историей заселения, с концепциями заселения острова, привлекая на помощь мифотворчество океане. Мифотворчество, ну и океане, в первую очередь, острова Пасхи. Остров Пасхи, как вы видите, значит, на экране, он находится в южной части Тихого океана и отстоит на 4 почти тысячи километров от побережья Южной Америки и почти на 2000 километров от ближайших островов Полинезии. Остров имеет форму прямоугольного треугольника. Он был открыт Якобом Роггевеном в 1722 году, в пасхальное воскресенье. Отсюда и название. На острове стояли сотни изваяний. Островитяне – это были индейцы, полинезийцы и светлокожие люди с рыжими волосами. Они простирались перед ними ниц. Джеймс Кук, прибывший спустя 50 с небольшим лет после Роггевена на этот остров, уже увидел, что частично статуи разбиты и повалены, а остров лишен растительности, продуваем ветром. Далее, в начале 19 века наши исследователи увидели уже две или три, так сказать, единичные статуи на этом острове. И Лисянский тогда, Юрий Федорович, оценил население острова в 1500 человек. После многих злоключений на острове к концу 19 века осталось чуть больше 100 жителей. Многие были вывезены перуанцами для добычи гуано, были завезены эпидемии. На острове были и миссионеры. С одним из них связывают сжигание на кострах большого количества табличек с письменностью Ронго-Ронго. Но были энтузиасты. Вот сейчас вы видите немецкого патера Себастьяна Энглерта, который 35 лет жизни отдал этому острову, там он и похоронен. Далее, значит, в 20 веке, я не буду останавливаться на исследованиях 19-го, неоценимый вклад внесли, значит, экспедиции и их руководители. Вот эта уникальная, удивительная женщина, британский археолог Кэтрин Раутлиш. На своей яхте она приплыла туда в 1914 и до 1915 года занималась исследованием. Дальше. Не могу не упомянуть французского этнографа Альфреда Митро, вот благодаря которому мы имеем мифы, собрание мифов острова Пасхи. 50-е годы, Тур Хейердал, вот он здесь находится, около маленького Майи, статуи. И, наконец, последняя экспедиция, 60-е годы, гуманист, ученый Франсис Мазьер, француз. Обратимся к карте острова Пасхи. Значит, здесь, сейчас я попробую, виден курсор или нет? Да, виден, да? Значит, остров имеет прямоугольную форму, гипотенуза 24 километра. На острове он вулканогенного происхождения, вулканов немалое количество. Вот сейчас я показываю вулкан Рана-Рараку, родильный дом великанов, статуи по выражению Тура Хейердала. Почти симметрично ему расположен вулкан Пуна-Пао, где из красноватого туфа делали шапки Пукао, которые водружались на голову статуи. Далее. Значит, вот в этой части, это юго-западная часть острова, религиозно-политический центр Оронго. Рядом с побережьем, вот вы видите, три маленьких островка, это так называемые птичьи острова, и вот с одним из них, Матануи, связаны все празднества и соревнования по добыче первого яйца. Далее, значит, северная область, Анакена, здесь естественная бухта единственная. Именно здесь высадился знаменитый, так сказать, легендарный Хоту Матуа. Здесь же разбил свой лагерь и Тур Хейердал. Ну и
наконец, вот эта восточная часть, это так называемый полуостров Поики, где жили, ну, наиболее, что ли, цивилизованные представители, так называемые длинноухие. Полуостров был отделен, и это имеется до сих пор сооружение, двухкилометровым рвом. Ну, в дальнейшем, значит, с этим связана трагическая история гибели этих длинноухих, об этом я скажу. Ну и о современных, значит, условиях. Вот в этой части, на юго-западе, единственный город, Хангароа, и в 80-е годы, вот я показываю, сооружен аэропорт с трансокеанической полосой. И последний штрих, значит, вот здесь вот эти значки, фигурки, это все так называемые платформы, древние сооружения. Они в основном на побережье, реже в центре, больше всего их в восточной части. Более 230 платформ, упоминает Мазьер, и эти, значит, платформы, ну, роль их до сих пор не выяснена, но об основных гипотезах я скажу. Так, в кратерах вулканов имеются озера камышовые с пресной водой, которые до сих пор обеспечивают остров. Надо сказать, что вот в этой северной области, где жил Турхейрдал, по его, так сказать, просьбе, поручению, местные жители во главе с Педро Атаном, бургомистром, естественно, потомком длинноухих, все сейчас хотят быть потомками длинноухих, вот была поднята первая статуя, первая. Большинство из них повалены, а вообще сейчас поднято где-то 35 или 36 статуй, остальные все лежат. Я буду рассматривать заселение острова в связи с мифами острова Пасхи. Но до этого, значит, хотелось бы сказать, что вот Турхейрдал, он по особенностям платформ, вот это одна из древних платформ и статуй, он выделил три периода. Первый период, значит, с 400 по 1100 год. Значит, это был период, когда трудились люди довольно такой развитой цивилизации. И вот они строили такие сооружения, как здесь. Это Аху, или платформа Винапу, которая очень напоминает по своей кладке перуанские сооружения. Видите, там блоки очень подобны друг другу. Туда буквально невозможно, значит, лезвие ножа просунуть. И эти сооружения, значит, сооружения, ну, тут немножко прослеживается и продольная, и как бы поперечная стенки. Хейрдал считал сначала, что вот эти известные нам статуи, они их тоже делали эти же переселенцы. Но потом вот он откопал такую статую в плаще с бородкой, сидящую на своих ногах, так сказать. Это, по-видимому, вот были статуи, характерные для периода вот этих ранних переселенцев. Он даже нашел одну четырехгранную статую, которая похожа на статуи доингского периода. А второй этап – это 1100 до 1680 года. Значит, платформы стали перестраивать, значит, их увенчивали статуями исполинов, и все вроде бы как-то шло хорошо. Как вдруг в конце этого периода, это конец 17 века, остров захлестывает волна каннибализма, голод, значит, что-то типа экологической катастрофы. Дальше статуи сбрасываются с пьедесталов, и вплоть до, значит, 19 века идет междоусобная война. Но если мы привлечем мифотворчество, на прошлом семинаре я делала доклад по фольклору Океании, по первоустройству мира на основе мифов, там, значит, более 200 мифов я попыталась проанализировать. Значит, сейчас было привлечено к анализу 26 мифов, большинство из которых собрано Альфредом Митро, а три, значит, из источника, из рукописи Хуана Хауа. Так вот, в этих мифах рассказывается, как на остров прибыл легендарный Хотуматуа, шло заселение острова. Значит, этот миф повествует о шести разведчиках, значит, которые вначале они обследовали весь остров, но понравилась им только Анакена, область на севере. После этого, значит, юноши, вот эти шесть разведчиков,
они теряют своего, одного своего попутчика, но его место тут же занимает местный житель. То есть, судя по мифам, остров был уже к моменту, значит, вот появления этого легендарного правителя, уже заселен. Они поднимаются вот в восточную, в западную часть, там, где Оронго, и видят, как едут лодки. В одном, значит, вот этот Хотуматуа, Тука Иха, который фактически правил на пять поколений позже, и много-много сотни людей с живностью и семенами. Судя по мифам, значит, вот и Тука Иха, которого обычно считают предводителем короткоухих, и Хотуматуа, которого Турхиадал связывал с длинноухими переселенцами из Южной Америки, из Перу, они все-таки очень близки друг к другу. Часть исследователей считает их меланезийцами. Наши исследователи Федорова и Кондратов считали, что они прибыли с Маркизских островов. Так вот, если обратиться к мифам, то с именем вот второго известного правителя Туукоиха связано вот, как бы связывается появление вот таких статуй. Вы видите сейчас фигурку, это статуя с выступающими ребрами, так называемая Муаи Кавакава. Ну, согласно легенде, он шел домой и увидел двух аху-аху. Аху – это духи. Есть у каждого свой персональный аху, типа там ангела-хранителя, и в целом духи. То есть анимистические представления очень сильные у островитян. И он увидел двух спящих аху, у них не было тела, одни только ребра. Это было смертельно опасно, но он, придя домой, значит, взял две головешки и вырезал вот эти скульптуры ритуальные. Позже он давал эти скульптуры соплеменникам, и скульптуры даже не горели в огне, потому что он приказывал им прыгать из огня. Вот вторая такая статуэтка, я ее в прошлый раз показывала. Обратите внимание, конечно, это легенда, но о чем она говорит? Хейердал говорил, что это горбоносые инкские лица. Посмотрите, какие у них то ли уши, то ли какие-то такие прямоугольные, да, образования тут вот на голове, ребра. И дальше Мазьер, Франсис Мазьер, указывает зоб. Если посмотреть на эту статуэтку сзади, значит, позвоночник с дефектами и с болезнью. И вот, в частности, Франсис Мазьер, он считает, что в какой-то мере эти статуэтки, которые делали именно такого типа дальше островитяне, они в какой-то мере могут указывать на черты и особенности первых поселенцев, первой расы. Тем более вот такие с характерными, видимо, болезнями. Ну, вообще, в целом, если говорить о мифах острова Пасхи, они, в общем-то, очень своеобразны, они ни на что не похожи. И на полинезийские не похожи, и на меланезийские больше. Не случайно некоторые исследователи считали вот этих длинноухих меланезийцами. Так, что несомненно, в мифах много этиологических черт. Ну, допустим, там птица, которая принесла ямс, и вот эти пятнышки от клюва, они потом остались, и они уже этого ямса наблюдались. Дальше, анимистические представления. Отсутствие четверки богов высшего пантеона Полинезии, только Тонгароа. Два бога, Хао и Маки-Маки, которых больше нет ни на одном острове Полинезии. Так вот, все это говорит о том, что, во-первых, архаическая составляющая очень велика. Во-вторых, они своеобразны, настрой мифов воинственный. Находка вулканического стекла обсидиана, она вызывает реакцию юноши. Завтра мы их убьем. И на завтра 20 братьев убивает 19 из 20 двоюродных братьев. То есть вот такие побуждения. Ну и поэтому, скорее всего, вот эта волна поздняя вот этих короткоухих переселенцев, как их называют, Ханао Момока, она, скорее всего, связана с какими-то островитянами, как говорит Хейердал, которые где-то на долгое время задержались по пути через океан. То есть они весьма своеобразны. Надо сказать, что бытует, я немножко на ней остановлюсь, легенда, вот эта легенда о битве, и именно этим заканчиваются мифы острова Пасхи, легенда о битве
длинноухих и короткоухих. Значит, длинноухие, которые строили платформы, делали статую, они сказали короткоухи, пойдемте таскать камни, чтобы строить платформы. Те отказались, они боялись за свои посевы. Значит, длинноухие затаили злобу, ну и в конечном счете они вырыли ров длинный, я говорила про этот ров длинных ушей, забросали его хворостом. Ну а поскольку были смешанные браки, значит, один из длинноухих сказал своей жене, этот ров мы приготовим для соплеменников. Ну, естественно, она предупредила своих соплеменников, те цепью окружили, значит, вот местность в пояке, и подожгли ров и погнали длинноухих в этот ров. На чем все и закончилось. Двое убежали, одного пощадили, остальных, значит, забили дротиками. И вот этот вот выживший длинноухий, он якобы дал большое потомство, и теперь все считают себя потомками этого длинноухого. Все гордятся этим. Многие считают, что эти длинноухие и короткоухие были представителями одной расы. Но Франсис Мазьер, он нашел черепа далекоцефалов и брахицефалов, удлиненные и короткоголовых, и длинноголовых, которые подтверждают, что две расы все-таки были разные. Вот этот ров Ико, о котором я говорила, он тоже имеет место. Этот ров длиной более 2 километров, шириной 12 метров и глубиной 4 метра, он был еще Раутледж и Метро исследован. А при Хейердале сделали его полный разрез. Оказалось, что это оборонительное сооружение где-то 4 века нашей эры. Там с метательными ядрами, с камнями в этом, с слоем древесной золы. Но останков человеческих там не нашли. Ну и позднее Мазьеру, значит, сказал один островитянин, рассказал историю, что фактически вот этих длинноухих было чуть больше 100 человек. Их погнали к южной части рва, перебили и просто изжарили в земляной печи. На этом все и кончилось. Ну и, естественно, когда вставал вопрос, кто же эти потомки воинственного племени, которые разбивали все статуи, которые, значит, вот вступили в междоусобную войну, вот не исключено, вот согласно исследованию того же Хейердала, что это были подневольное какое-то такое рабское население, которое было завезено, в частности, из Малайского архипелага, из района, и просто они работали в качестве рабочей силы, были завезены для вот этими первыми поселенцами Полинезии. Ну и, естественно, поведение этих бывших рабов, оно могло, миграция их, привести к непредсказуемым результатам. В 2014 году вышло содержательное критическое исследование Андрея Юрьевича Склярова, посвященное мифам, которыми обросла история острова Пасхи. Но особое внимание он там уделяет платформам, сейчас я о них расскажу, и самим, значит, статуям Маи. Значит, он выделяет три типа платформ. Значит, вот сейчас перед вами платформа из юго-восточной части. Вы видите, внизу полигональные блоки. А в верхней части, вот и на фланге, забутовка мелким рваным камнем. То есть это древняя реставрация платформы уже самими, более поздними островитянами. Второй тип – это вот такие платформы, более древние. Иван, низкие платформы Винапу, которые я показывал. Лазер дать. Лазер. Полигональные блоки внизу и горизонтальная кладка сверху. Что? Это указка? Да. Сбоку, да? Да, спасибо. Ну и, наконец, Андрей Юрьевич Скляров, вот он устанавливает следы металлических инструментов, фаски. Вот вы видите здесь, наверное, фаска, да? Вот тут фаска видна, вот такие вставки, закругление по определенному радиусу, но здесь не представлено, пластилиновые камни, где видно было, что пользовались, значит, технологией размягчения, и они вот во многом сходны, справа это перуанские, это Куско, перуанские сооружения. То есть, по всей видимости, вот такие вот эти древние платформы были созданы
очень высокоразвитой цивилизации. Вот типовая платформа. Что она собой представляет? Две стенки, внешне обращенные к морю, внутренние к острову. Между ними забутовка, камень вместе с песком. А впоследствии внутренние стенки стали вот такой пандус, как бы, сооружать, украшенный декорированными камнями. Но это уже более позднее, значит, где-то 12-13 веков перестройки. На эти платформы устанавливали моаи. Это вот в Анакене в честь разведчиков, по одним данным их 6, по другим 7 было, разведчиков Хотумаатуа на северной части. Вот такая, значит, одна из типовых реставрированных платформ. Платформы считают сосредоточением силы мана. Предназначались ли они первоначально для установки статуи, это неизвестно. Мазьер отвечает на этот вопрос утвердительно. Он считает, что большая часть статуи транспортировалась из каменоломен на побережье и устанавливалась вот на этих платформах всегда строго спиной к морю. Смотрели лицом в сторону острова. Именно на этих исполинов устанавливали так называемые вот эти шапки пукао. Выделяется, ну, примерно, грубо можно выделить, да, немножко про шапки. Значит, считал Хердел, что шапки символизируют рыжий цвет волос. А вообще говоря, значит, другие исследователи считают, что это головной убор. На некоторых имеется вверху вот еще выступ, который, значит, Митро, в частности, параллелизовал с шишками мудрости, посвященных Азии и Африке. Значит, у этих глаза вставлялись, у этих статуй. Вот эти статуи, которые на побережье, они насчитывают, значит, включают разные расовые типы. Они достаточно грубые и не отличаются высоким качеством исполнения. Всего там, по данным музея, сейчас 887 статуй. Но еще очень большое количество разбито, находится в основаниях домов, в основаниях платформ. Значит, вот это как бы первый тип статуи. Второй. Некоторое представление дает вот это, значит, рисунок. Они с треугольным профилем глаз, вот с такими вот ушами, если это можно назвать ушами, более, так сказать, отличающиеся, ну, утонченностью стиля. И, как правило, такой классической, более тонкой художественной обработки. Здесь, может быть, не очень хорошо, в дальнейшем я покажу. У них очень интересно, вот обратите внимание, руки, да, с очень длинными, такими неестественными, длинными пальцами, сложенные друг к другу. На спине некоторых, именно вот этих классических статуй, вот такие вот имеют место, как называли островитяне, элементы жизни. Вот видите, внизу типа буквы М. Помимо статуй, на побережье, в каменоломнях вулкана Рарака находится, ну ничего, что так, большое количество так называемых заготовок. Вот это из работы Молдашева взят рисунок. Вот смотрите, они расположены рациональным образом, почти примыкают друг к другу. Как они изготавливались, это большой вопрос. Дальше. Здесь вот мы видим статую в нише. Подготовка. Лежат рядами конвейер статуи. Поэтому теория о том, что они изготавливались в честь умерших вождей, максимум было 50 поколений за 1000 лет, она ни в какое не идет. Ну, она не выдерживает критики. Большинство лежит вот на побережье. Одна из статуй. Лежат даже под водой. Но вот эта группа, вот это классические статуи, которые, видимо, никто их не собирался никуда перемещать. Это статуи на юго-западном склоне вулкана Ранарараку. Многие из них вот засыпаны. Возможно, они такое положение занимали. Это самые, так сказать, классические статуи первого периода. Мазьер сделал для них вот такую диаграмму. Смотрите, они стоят, значит, вот юго-запад, северо-восток по этой линии, а это направление, векторы, направление их взглядов. Вот такой достаточно сложный характер распределения взглядов. Когда Мазьер спросил одного из старых, так сказать, жителей, который умирал в Лепрозории, Габриэля Вэри-Вэри, почему же так вот расположены эти
Майи. Тот сразу же ответил, они, каждый, властвуют над определенной территорией, и каждый за нее ответственен. Как удалось Мазьеру войти в контакт вот этими сохранителями старых традиций? У него была жена таитянка Тила, которая бегло говорила на древнерапануйском языке. И она сумела, значит, вот как-то разговорить вот этих старых хранителей старых традиций. Что вот такое своеобразное. Но я не могу, я за круглым столом останавливаться здесь на взглядах Молдашева, но если будут вопросы, я потом отвечу на них. Это особый разговор. Это особый разговор, там, если я тогда не уложусь ни в какие. Вот, посмотрите, еще один из этих великанов, рядом с ним Турхирдал. А вот одного из них пытался Анри Шерсвольд, значит, его соратник Хейердала, пытался откопать. Видите, там люди, какое, значит, какое соотношение статуи. Они пытались дойти до основания, и они его не достигли. Статуи вот эти стационарные уходят очень глубоко под землю. Но я хочу сказать, что тот же Молдашев, он связывает функционирование статуи, ведь они по преданию к месту назначения шли сами. Другой вопрос, масса экспериментов была по перемещению, они шли сами. И вот Молдашев считает, что энергообеспечение этих вот статуй осуществляли птицы-люди. Так вот вопрос о птице-людях. Изобилуют скалы, постройки, изображения петроглифами и просто рисунками птицы-людей. Считается, что вроде бы как культ птицелюдей начался после того, как были низвергнуты статуи. Но, по всей видимости, он появился намного раньше. После того, как были низвергнуты статуи, значит, вошел в традицию празднования соревнования по добыче первого яйца. В день, значит, в определенный день весеннего солнцестояния обычно не вожди, а их слуги, они плыли к этому островку Мотунуи, караулили там несколько дней, потом, значит, первый, кто мог, значит, принести первое яйцо назад, неразбитое, значит, он объявлялся человеком-птицей года. И это племя, оно получало на год контроль над распределением ресурсов. Таким образом, они, значит, пытались избежать разных кровопролитий на острове. Так вот, эти птицы-люди. Вот посмотрите изображение. Сколько минут еще? Если можно. Давайте. Можно немножечко еще? Нет возражений, да? Да, спасибо огромное. Вот посмотрите, маска бога Маки-Маки. Вот этот птица-человек там держит яйцо. Это на стенах домов, на скалах. Статуэтки из дерева Торы Мира. Тоже статуэтки птица-людей. Но откуда появились птицы-люди? Турхирдал, который готовил экспедицию Ра, в частности, это был 69-70 год, значит, за несколько лет до этого, он смотрел фрески в долине царей, в Луксоре. И вот там он увидел картины, которые, в общем-то, во многом сходны с тем, что изображено на кувшинах в Перу, и то, что изображено на некоторых, значит, наскальных рисунках острова Пасхи. И поэтому у него достаточно много вот рассуждений о птице-людях. Кто такие птицы-люди? Значит, он считал, что это посредники между наместниками богов на земле, ну и богами. Так вот, это никто иной, как Нармер, фараон нулевой династии, 32 век до нашей эры. Он изображен в виде птицы-человека, ну, практически бога-гора. На голове у него объединенная корона Нижнего и Верхнего Египта. Еще один Хефрен, сокол гор, объемлет его голову. Симбиоз, по сути дела, да, бога и человека. Вот еще изображение птицы-людей, в том числе и парные, и маска Маки-Маки. Кораблик. Нет точной гарантии, что он не был сделан, этот рисунок, после прихода европейцев. Но Хейердал считал, что это первобытный рисунок. Птицы-люди, они являются одной из идеограмм, иероглифом и текстов, знаменитых текстов Кахау-Ронга-Ронга, которые не расшифрованы. Имеется в мире всего 20 с небольшим табличек. Вот еще одна табличка.
И вот это рукописный вариант, который был сделан в 19 еще веке, потом повторялся епископом Таити, и расшифровка этого. Ну вот я назад вернусь, вот эта табличка, значит, направление строчек, перевернутый бустрофедон. Среди иероглифов есть полностью совпадающие с египетскими, луна, лист. Есть абсолютно, так сказать, свои, там палка-копалка, плясовое весло и так далее. Но, тем не менее, несмотря на то, что каталог был составлен, они не были, по сути, расшифрованы. Французский лингвист Хевеши в 1932 году, вот он доказал, что 174 знака древнеиндийского письма Мохенджо-Даро на печатях, вот они почти полностью совпадают. Но прочитать тексты все равно не удалось. У нас очень много лет этому отдала исследователь Ирина Константиновна Федорова. И она считает, что и другие ученые, Кнорозов, Альдероги, считают, что больше всего вот эти диаграммы похожи на древнеегипетские иероглифы, иероглифические, значит, надписи раннего периода развития. Так, ну здесь у меня, я что хотела сказать, что Молдашев считает, что птицелюди существуют до сих пор, и они находятся в виде красных шаров, закрывая выходы из пещер и участвуя в образовании курганов. Ну вот красных шаров я не наблюдала, а вот здесь, это наша квартира, я просто вам показываю, вот видите, шары, орбы, которые облепляют, находятся около нас. Можно что-то закончить, да, я скоро закончу? Да, ну сколько, пару минут? Ну, может, пять. Так, ну, давайте, уважаемые коллеги, у нас пока у нас следующий доклад готовится с презентацией. Пять минут, я думаю, мы можем предоставить, не зажать. Спасибо. Здесь благодарю вас. Значит, Тур Хейердал, он, как вы знаете, им была осуществлена экспедиция вот Контики, послевоенная, от Америки до Туамоту. Дальше он доказал, хотя он не был принят научным сообществом, возможность древних египтян путешествовать вот здесь из марокканского порта до Барбадоса. Суда были изготовлены по типу древнеегипетских ладей и... Что такое? Все, заело. А, нет. Не то. Ага. Да, вот это парусное судно древнеегипетское. У него было сделано из папируса. Эти вот суда дают представление, это 15 век до нашей эры, о судах Средиземноморья. И, в общем, Тур Хейердал, осуществив все эти экспедиции, он, по сути, доказал, что была взаимосвязь между древними цивилизациями и континентами, и что древние мореплаватели, значит, мало того, что они осуществляли эти плавания, но создается впечатление, что где-то в 3100 году до нашей эры вот возникают все эти древние цивилизации и в Месопотамии, древний Египет, древняя индийская цивилизация, и создается впечатление, что прародителями были чуть ли, так сказать, не близкие родственники. Вот здесь вот показана экспедиция его от Персидского залива до Пакистана, и дальше, значит, он доплыл до Джибути. Я попыталась, значит, найти какие-то объективные данные, которые подтверждают, вот что же существовало в это время богов, это может быть там несколько тысячелетий, там 9-10 тысячелетий назад. Посмотрите, вот какие руки у статуи на острове Пасхи, какие неестественно вытянутые пальцы. Так вот, здесь мы видим тоже, по сути дела, подобное же расположение рук. Это древнее святилище Гёбекли Тепе на территории современной Турции, западная часть Армянского Нагорья. Современный, значит, археолог Клауд Шмидт 20 лет раскапывает это святилище. И вот там найдены такие столбы, значит, стелы с изображениями зверей,
вот такие очень своеобразные антропоморфные знаки. Видите, вот руки, сложенные в локтях, а спереди неолитические иероглифы. И вот на этой реконструкции видно, что еще вот такие характерные спускаются столы, которые он, значит, ассоциирует или сравнивает с одеянием католического священника. Это 9-10 век до нашей, 9-10 тысячелетия до нашей эры. Птицы-люди. Птицы-людям поклонялись уже и тогда. Вот еще один антропоморфный столб. То есть создается впечатление, что вот это время богов, оно отражено не только, так сказать, вот в районе острова Пасхи, но и в частности вот в районе, вот, в районе армянского Нагорья. Остров Пасхи имеет, я окончаю, да, совершенно особое положение. Другое его название – пуп земли и глаз, смотрящий в небо. Вот это, кстати, магнетитовый валун, который находится на острове, который якобы привез Хотуматову под названием пуп земли. Какое значение острова? Конечно, вот эти классические статуи были созданы представителями очень высокоразвитой цивилизации. Конечно, функционирование, теоретическое обоснование были сделаны ими. Видимо, они передали какую-то свою технологию исполнения вот этим более-менее развитой цивилизации островитян, которые воплощали это в жизнь. Стратегическое значение было, конечно, этот остров был на путях соединяющих континенты. Сейчас НАСА построила, значит, аэродром с полосой трансокеанической для посадки возможной американских космических аппаратов на острове Пасхи. То есть значение его стратегическое до сих пор сохраняется. Ну и, конечно, очень велико мировоззренческое значение. Мазьер, вот тут его приведено изречение, он сказал, что они навсегда останутся олицетворением другого знания. Спасибо. Спасибо за дополнение. Спасибо аудитории за то, что предоставили. Да, я взяла еще эти кое-какие источники литературные, не все. Если кому-то интересно, в кулуарах или за круглым столом, значит, все вот эти диаграммы, Мазьера, фигурки, посмотреть сравнение, я буду очень рада. Благодарю вас за внимание. Ну, на вопросы тоже, к сожалению, вот, знаете, спасибо огромное, не осталось, да? Вы сказали, что остров Пасхи имеет квадратную форму. Прямоугольник. Нет, прямоугольный треугольник, сейчас. Так точнее сказать. Я там треугольник увидел такой точный, со скругленными вершинами. Слушайте, да не только точный, он, сейчас я вам покажу, он полностью, смотрите, буквально. Больше треугольника. Да, чистый треугольник. Ну, это оговорка была, не прямоугольник, а прямоугольный треугольник. Прямоугольный треугольник, да. Со сторонами 14, 16 и 24. Как это прямоугольный треугольник? Ну, уже на треугольник. А, прямоугольник. Ну, ну да, с гипотенузой. Гипотенузой с двумя катетами по Пифагору. То есть, это прямоугольный треугольник. Такой треугольник уже как-то опустили. Да, ну, слово треугольник не прозвучало. 14, 16. Ну, еще там один. Да. Так. Вот там 14, вот 16 и 24 километра. Вот этих статуй, там 800? Какие мужские, женские признаки у них? Как вот? Вы знаете, они так, они вообще очень неустойчивы. Они, у них пояс изображен, руки сложены, и это находится на расстоянии полуметра от нижнего края. Значит, если их поставить, то они падают. Вот, в частности, Молдашев-то почему и говорил, что вот эти, они ходили и обеспечивалось их движение за счет, как он считал, энергии камня живого. И вот эти птицы-люди, по мнению Молдашева, это дематериализованная энергия камня, которая сейчас существует в виде красных шаров. Кстати, сами островитяне говорили, вот статуя упала, она не покрывается мхом. Они говорили, этот еще живой. А вот как только она начала покрываться уже там всякой плесенью, этот мертвый. То есть какой-то энергией подпитывались. Опять же, тысячи статуй, вы видели заготовки, как их изготавливали островитяне. Видимо, какая-то технология, какое-то завещание было оставлено, да, вот этими представителями высокоразвитой цивилизации. А что касается Гёбекли-Тепе, там тоже, по-видимому, как такие статуи можно было в 11 тысячелетии эти столбы сделать, тоже что-то было. И Мазьер считал, что эти статуи – это образ бога прародителя. Ну а в Гёбекли-Тепе, значит, другой технологии исполнения. Кто они были, земные, неземные, но то, что там следы инструмента, следы пластилиновые вот какие-то, да, там, это есть.
никуда не денешься. Но Мазьер писал еще о Силиману, с помощью которой статуя перемещалась. Да, да, Мазьер писал о Силиману. Так вот, по сути, эта энергия камня, да, о которой я говорю, это не что иное, как энергия ману. Но она зависела только от вождей. И к вождям, к головам вождей нельзя было прикасаться. К волосам. К волосам. Именно вождей. Ну да, но это живых вождей вы имеете. Конечно. Ну да. Ну а вот эти статуи, для чего они были? Что касается, что касается Молдашева, ну у него вообще теория такая. Он считает, что они из лемурийского времени 4 миллиона лет. Что их было дикое количество этих статуй. Что они, в чем была их функция по Молдашеву? Человечество было бессмертно, и эти, значит, статуи, они играли роль чипа смерти. То есть они, по сути дела, сделали человечество смертным. Но это Молдашев, профессор. Ну, если об этом подробнее, я могу... Хорошо, спасибо, ну, спасибо. Я думаю, что на круглом столе у нас вырисовываются такие две темы уже. Близкие, может быть, по проблематике, но разные по методологии и оценкам были у Леймана и у Натальи Леонидовны, да? Нет, ну Наталья Леонидовна не такой уж это. Ну, другая методология, да, другое содержание, да? Два доклада были тут, тут тоже о России и Европе. Ну, и... надо бы побывать там, прежде чем писать. Эти статуи сами попадали или все-таки... скидывали? Ну, говорят, что их сбрасывали вот в связи с этим третьим периодом, да? Но тот же вот Молдашев пишет, вот сейчас они, 35 статуй установлено, и установлены последние, это новодел Акутангарики 15, и они такими штырями, японцы устанавливали, в 1996 году закончили. А так они неустойчивы, центр тяжести у них слишком высоко. Якобы по Молдашеву они стояли на таких полушаровидных опорах. Павел, чех, он в 80-е годы, 17 человек под его руководством, разделил на три группы, они, значит, на растяжках эту статую провели со скоростью 100 метров в час. Но это не то. То есть по всем легендам статуи к месту назначения шли сами. Ну, 100 метров в час. Вот за счет энергии. Да. Но они там это все не есть в интернете, они там с воплями дальше эту модель. Какой-то матерью. Да, да, я вот. Кстати, по Geometry Tape тоже есть фильм, правда, немножко более старый. Могло быть землетрясение просто. Вы знаете, ну он пишет «Живой камень». Я сама геолог, да? Корпус преподавала. Камни тоже растут, они зарождаются и умирают. Поэтому такого вот дикого у меня это... Неприятие, да? Ну да, Молдашевская. Яркий пример, долина движущихся камней. Да, они не вызывают, тем более, что профессор Молдашев, даже вот когда он лемурийцев восстановил, он же не просто так, он сделал там 10, десятки характеристик глаза, да, и восстанавливает, как Герасимов, по черепу, там, облик древних людей. То есть это человек-то просвещенный, поэтому чисто фантазером его называть тоже как-то. Спасибо огромное. Хорошо, спасибо.